теперь поговорим с вами о проекте «Форма времени», который представлен в Венском музее искусства. Висит целая стена автопортретов, меж которыми присутствует Ротко. Но не эта работа, просто Антон не нашел той работы, которая была в музее, там другие цветовые пятна, но я думаю, что для вас не принципиально. Похоже. Похоже. Антон молодец. Я задаю вопрос, вы молчите, как подорванные. Те, кто были, тем, кому объяснено. Какое отношение искусство 17 века и Рембрандт имеют к человеку, который работал в середине 20 века, и который вообще абстрактный экспрессионист, никакого отношения не имеющий не то, что к нарративу, к истории, но к портрету, в принципе. Почему его работа, я бы сказала, антипортрет, внутри портретов Рембрандта, у которого, так сказать, что не портрет, то биография, а автопортреты – это биография в кубе. Почему повесили именно его, а не кого-нибудь другого? Называются работы Ротко обычно так: красное, желтое, черное. Эта работа даже не называлась. Это без названия, под номером. Даже без номера. Ну, по-моему, номер какой-то. Иногда вот моя любимая картина у Марка Ротко, это я так с юмором говорю: лаванда и черника, или что-то в этом роде. Мне просто название нравится: лаванда и черника. А выглядит так. Но только сиреневая и черная. Может, она? Нет. Но может быть и тогда, в то время автопортрет вызывал какие-то эмоции. Ты смотришь в глаза художнику, ты думаешь, что же с ним было, как он реагировал на мир, что он хотел нам сказать своими печальными глазами. А там изменяется мир, и человеческое восприятие меняется. И, возможно, цвета у нас спросят, что мы чувствуем, глядя на них. Людочка, очень интересная версия, и я бы ее приняла как тоже, так сказать, имеющую право на существование, очень хорошая. Но как бы, как человек, который курировал многие арт-проекты, я хочу сказать, что за любым большим проектом, в котором участвуют тем более такие гении, как Рембрандт, должна быть какая-то основополагающая идея, которая отвечает на вопрос «почему?». То есть, если ты это не придумал, ты этого не осуществляешь. Почему ты берешь к Рембрандту Ротко, а Караваджо, покажи нам, а Караваджо ты берешь лежанки. Вот такие лежанки стоят у картины «Мадонна Чёток». А интересно, правда? Да. Форма времени. Ну, the shape of time. Ну, вот знаешь, же время. Время меняет все. Ничего нет постоянного. Безусловно. Все меняется. Абсолютно правда. И вот соединить. Не дотягиваю. Не могу дотянуть просто мысль. Но между Караваджо и этими лежанками сколько веков? Давайте посчитаем. 5 веков. Лежанки 21 века. Ну не мучьте. Еще давайте еще потанцуем. Скоро рядом поставят компьютер. Покажи еще что-нибудь из этой серии. Сусанна и старцы, картина Тинторетто. А вот почему, Ирочка, скажи, почему я всегда говорю, что слайды не передают. Возможный цвет кожи, жемчуг. Тело жемчужное в Венском музее. Вот такое ощущение, что взяли жемчужину и увеличили до состояния женского тела. Смотреть спокойно нельзя, все внутри дрожит. И рядом нечто такое. Антон не нашел именно эту картину, но он подобное. Ну, похоже. Может, смысл в самом названии выставки. Мы должны именно
Вот название – это и есть смысл того, что не могу дотянуть. Работаем. В современном искусстве все сюда притянуто за уши, как бы с огромной идеей. Какая пропасть? И, например, шубка, знаменитая шубка Рубенса, которая на Сладьева никогда не... Ну, шубка. Ну, она всегда говорит, что мех, значит мех. Но когда вы в музее смотрите на эту норку, то мне, как женщине, которая неравнодушна ни к мехам, ни к камням, как он это написал, черт возьми? Как это написано? Просите вот, общество защиты животных. Да, да. Общество защиты за дверь. Все, кто любит Рубенса, заходите. И рядом висит вот это. Вот это. Шубка. Без шубки. Уже сняли. Без меха, я бы сказала. Вернулись крошка. Ну, кто-то еще попытается? Или уже танцы мы заканчиваем? Уже рассказывает. Уже интересно. Да, уже. Я начну рассказ так же, как я для людей делала в музее. Значит, когда я писала свою самую первую книгу по искусству, не самую первую вообще, а первую книгу по искусству, она называется, ее можно поймать в интернете, в текстах, она называется «Искусство для простых смертных» или «Путеводитель для нормальных людей». В этой книге объясняются те вещи, которые человек приходит, смотрит, ему нужна небольшая подсказка от специалиста. Я в этой книге написала «Рембрандт-искусство сострадания», потому что я Рембрандта воспринимаю как человека, главная тема которого в искусстве – это сострадание нам всем на все времена. Эту книгу рецензировал на тот момент, значит, издательство «Диалектика», которое делало со мной эту книгу, считало, что для, так сказать, того, чтобы мы стояли на такой железной платформе, потому что я там многие спорные вещи пишу, как обычно в своих книгах, значит, нужен какой-то непробиваемый авторитет, на которого можно сослаться. И в рецензенты мне взяли не абы кого, а замдиректора по науке Русского музея Санкт-Петербурга. Такой Борис Столяров. Искусствоведы знают, что выше только небо. То есть он главный специалист России в области русского искусства. В этой книге очень много было глав, посвящено русскому искусству в частности. И можете себе представить мое состояние, но он старше меня намного, и я по его книжкам вообще училась, то есть мэтр. Когда пришла рецензия, и мне издатель говорит, я вам не буду говорить, вы зачитаете. Я, значит, он не пользуется компьютером, он же пожилой человек, от руки написано, такой дребезжащий текст. Я читаю первая часть фразы. Я не согласен с мнением Анны Владимирской на тему Рембрандта. Я не считаю, что Рембрандт – это искусство сострадания. Точка. Я останавливаюсь, поднимаю глаза, думаю, все, кирдык. Книга не выйдет. Приехали. Раз такой уважаемый человек написал такое, все, до свидания, никаких книг по искусству. Издатель меня подмаргивает, говорит, читайте дальше. Дальше идет фраза такая. Но я свою жизнь готова отдать для того, чтобы эта книжка вышла в печать. Моя ты лапочка. То есть он рассматривает Рембрандта с другой позиции. Он рассматривает Рембрандта как человека, который в традициях Караваджо искал свет как добро и показывал тень как зло. И вот Рембрандт высвечивает золотым лучом там Данаю, портрет и все. Вот это с точки зрения Рембрандта светлое, чистое, возвышенное. А все, что в тени, так сказать, не имеет значения. То есть мы должны стремиться к свету. Он так понимает Рембрандта, а не искусство сострадания. У него другой взгляд на Рембрандта. Теперь вернулись к экспозиции, к Марку Ротко и Рембрандту. Если с точки зрения моей версии, что Рембрандт – это искусство сострадания,
И портреты, там 4 или 5, я не помню, портретов Рембрандта на этой стене. То биография самого Рембрандта – это бесконечное преодоление жизненных проблем, трудностей, все, и сострадание и к себе самому, и к жизненным обстоятельствам, и к окружающим людям. Бесконечное сострадание. И картина Ротко, живопись поля, где мы внутри живописи, внутри какого-то цвета, можем испытывать мечта Ротко, чтобы его картины воспринимались как чистая эмоция. Понятно? Да? То есть вот эта эмоция, где мы можем быть добры, веселые, счастливые, мы можем смеяться, мы можем плакать, благодаря тому, что на нас цвет влияет как некая такая субстанция эмоциональная. В этом плане они схожи с Рембрандтом. Потому что у Рембрандта ты смотришь на портрет, и ты за этим видишь целую жизнь, которая вызывает определенные эмоции. А у Марка Ротко ты растворяешься, ты как бы медитируешь в этих цветах. И если вы немножечко знаете цветоведение, то красный цвет вас возбуждает, а голубой цвет вас успокаивает и так далее. Дальше. Давай-ка нам Караваджо, Мадонна Чота. Тот, кто часто со мной общается, знает, у меня есть такая фразочка. Теперь вот вы побывали вместе со мной в музее, вы эту фразу вообще поняли до конца. Есть некоторые картины, о которых я говорю, вот поставила бы раскладушку и жила бы рядом с этой картиной. Понимаете, да? Почему поставили бы две раскладушки возле Мадонны Чота? Потому что на этой картине изображено следующее. Мадонна с младенцем, с Иисусом Христом. И со святым Домиником. Вот если с вашей стороны, то он справа. Он, да, вот правильно показываешь. Он на своих руках держит четки Мадонны. Она повелела святому Доминику раздать людям, пилигримам, которые пришли с ней встретиться, четки свои, которые, естественно, владеют магической силой. Они исцеляют от болезней, они делают человека, волшебство сотворяют. И Доминику не нравится, что Мадонна раздает кому попало этим нищим, у которых пыльные пятки на нас с вами смотрят. Пыльные, порепанные пятки. Доминику не нравится это задание, которое ему дала Мадонна. И он ее спрашивает. Они не заслужили такого дара. Может, не надо? И Мадонна ему отвечает. Они еще заслужат. Они еще заработают. И ты смотришь, у тебя останавливается дыхание от этой картины. И хочется поставить раскладушку и жить возле этой картины. И узнать, и не заслуживают или нет. Понимаете? Вот почему две лежанки. Потому что это наш современный взгляд. А мы с вами заслужили эти четки? Большой вопрос. Прошло 500 лет, большой вопрос. Заслужили мы эти четки Мадонны или нет сегодня? Дальше. Сусанна и старцы. Вуайеризм. Прекрасная молодая женщина Сусанна. Купается у себя в бассейне, и за ней подглядывают два мерзких старикана, которые по легенде принуждают ее к прелюбодеянию, иначе они угрожают, что они расскажут, что она якобы изменила своему мужу, будут свидетельствовать. Она не соглашается на это. Ее заточают в тюрьму, и суд ее приговаривает к тому, чтобы ее казнили. И в последнюю секунду, когда уже меч занесен над ее шеей, появляется пророк Даниил, который останавливает казнь. Он поговорил врозь с этими стариками, нашел несоответствие, что они обманывают, что она чиста и невинна. И отменяют казнь, она спасена. Вот такая история Сусанны и старца. И рядом картина с негритянкой, это не та картина, мы просто ту не нашли, но похоже, которая роется в своем шкафу в одних трусиках, чтобы одеть.
А из-за окна за ней кто-то наблюдает. Вуайеризм. Сегодняшний вуайеризм и библейский, да? А чем отличается, когда подглядывает за обнаженной женщиной? Да ничем. Вот есть какие-то вещи, которые в веках не меняются. Если ты подглядываешь, это некрасиво. Все, точка. Это 500 лет тому назад или в 21 веке. Дальше. Шубка. Замечательная Елена Форман. Прекрасная жена Рубенса, глупая Дуны Стяна. Почему глупая? Потому что когда Рубенс умер, она потихонечку старилась, доживая в огромном дворце роскошном, живя на деньги, заработанные ее мужем, который был, кроме того, что он был великий художник, он еще был дипломатом. Он был уважаемым всеми королями Европы того времени. И у нее было колоссальное состояние. И она вот на старости лет, как бы от глупости от своей, вбила себе в голову, что это стыдно, что ее изобразили обнаженной во многих картинах Рубенса. Она сейчас старенькая, у нее морщинки. Люди на нее будут смотреть, говорят, смотри, какая старуха страшная. А на картинах она молодая, обнаженная, прекрасная. Она вынесла во двор все свои картины, где она обнаженная, и собиралась поджечь. Такие были длинные спички в то время. Она уже подожгла спичку, чтобы сделать костер из шедевров Рубенса, где она была. Почему я говорю, что она идиотка полная? И в это время чудом проходил друг Рубенса мимо двора. И он спросил у нее: Елена, что ты делаешь? Она говорит: я хочу сжечь эти картины, это стыдно. Он говорит: идиотка, верни все на место. Не прикасайся к холстам. Это великие произведения. И шубка была в этом костре. То есть мы с чудом видим эту картину. И рядом с шубкой женщина других достоинств. Я бы сказала, что это Венера современного такого феминизма. Хотела пожестче сказать, но скажу мягко. Феминизма. Такая мускулинность. Женщина, которая сама себе и баба, и мужик, и вообще мужчина ей не сильно нужен. Конечно, потому что она все... И коня не просто на скаку. Слона. И хобот ему оторвет. Это правда. Поэтому вот женщина слабая, хрупкая, которой нужны меха. Вот, и который муж для нее опора и вообще смысл жизни, это Елена Форман. А для этой ничего не нужно, никакая опора, она сама себе опора. Великолепно смотрятся рядом. Такие качели, знаете, от Рубенса в день сегодняшний. Просто роскошь. Вот то, что я вам хотела сказать. Если у вас есть какие-то вопросы по услышанному, прошу.